Дорогие друзья, всем привет! Я рада приветствовать вас на моей кухне. Сегодня у нас очень простое, вкусное печенье. Без белой муки, без яиц и без молочных продуктов. Так, что нам понадобится? 80 грамм рисовой муки. 100 грамм овсяных хлопьев. Но если вы хотите более равномерную структуру печенья, возьмите 100 грамм овсяной муки. Добавляем 8 грамм рыхлителя теста, щепотку соли и 5 грамм ванильного сахара. Все это мы хорошо размешиваем. Теперь сюда добавляем 150 грамм клубничного варенья или джема. Все это хорошо размешиваем. Пятьдесят грамм растительного масла без запаха. Вы не поверите, это все наше тесто. Быстро, просто и вкусно. Посмотрите, нам надо хорошо это все вымешать. Так, наше тесто готово. Берем пергаментную бумагу и выкладываем печенье любой произвольной формы. Выпекаем при температуре 170 градусов, в зависимости от размера, от 10 до 20 минут. Потому что если вы сделаете маленькие, главное их не пересушить. Так, убираем за собой. Мы получились разного размера. Все, и ставим выпекаться. 170 градусов. И, как я уже сказала, такие мои по размеру будут примерно 15 минут. Но если вы сделаете больше по размеру, значит, увеличиваете время. Но если меньше, уменьшайте. Переносим на противень. Прошло 15 минут. Посмотрите на эту красоту. Сразу говорю, так как они натуральные, немножко цвет у них потерялся. Кто любит ярко-красный, добавьте красителя. Но я люблю все натуральное, поэтому меня вполне устраивает такой цвет. Я сделала глазурь, сахарная пудра и клубничный сок или пюре, чтобы не заглазировать. Посмотрите на эту красоту. Посмотрите, насколько оно мягкое и нежное. Цвет, конечно, ушел немножко. Но я думаю, что это так вкусно. Нежно и очень ароматно. Можем мы заглазировать. Смотрите на эту красоту. Пока я глазирую, у вас есть время подписаться на мой канал. Нас с вами впереди ждет очень много интересного. Увлекательное путешествие в страну под названием кулинария. Мы узнаем
Очень много интересного, вкусного и полезного. Я думаю, вам понравится мой рецепт. Приятного аппетита! До новых встреч!